Добрый день. Добрый день. Рад вас видеть. Я у вас впервые, честно говоря. Эта встреча происходит, ну, скажем так, не совсем в плановом режиме, но я знаю, что на этом настояло руководство УФСИН по Калмыкии и руководство района. Наверное, только по одной простой причине. Как я понимаю, большинство из вас живет и служит здесь, в Яшкутском районе. Поэтому, безусловно, проблемы бытового характера, социального характера, они не могут обойти вас стороной. Несмотря на то, что вы все работники серьезной службы, которая решает свои социальные проблемы самостоятельно, но без должной координации как с местными властями, так и с региональными властями, наверное, хорошего, эффективного результата трудно ожидать. И я согласился на эту встречу по одной простой причине. Я хочу пообщаться с вами. Если, конечно, найдутся такие смелые, хотя хотел бы просить, чтобы вы были достаточно откровенны в разговоре со мной. Может быть, наверное, не стоит касаться вопросов служебных, которые относятся непосредственно к теме Михаила Николаевича. Это субординация, это ваша служба, которая определена уставами и прочее. А вот что касается бытовой темы, социальной сферы, темы, касающиеся жизни ваших семей, вот это я готов обсудить с вами, выслушать от вас просьбы, вопросы, может быть, какие-то предложения. Давайте начнем. Прошу вас. Есть желающие высказаться? Сколько человек личного состава здесь? 187. В основном откуда, как правильно я сказал, люди работают? Ну, в основном, да, жители Яшкутского района. Жители Яшкутского района. Ну, тем более, давайте их куляне. Я уж к вам не как офицерам и солдатам обращаюсь, а как к яшкулянам. Ну и землякам своим, соответственно. Прошу вас. Есть мысли? Ну, основная, конечно, проблема у нас, это, ну, чисто по службе, это поднятие производства в учреждении. То есть будет производство, ну, народ будет побольше премий получать, повышение материального состояния. Это самое. Ну, да. Ну вот я предложил вам вариант на ходу, который, мне кажется, был бы наиболее правильным. Я поддержу. Готовьте проект соглашения о сотрудничестве, о кооперации с правительством республики, соответствующими министерствами. Допустим, я там увидел часть мебели интересной, может быть, что-то еще из ассортимента можно сделать для Министерства образования, для Министерства здравоохранения республики, может быть, для других ведомств. В рамках этого соглашения будем работать. Во-первых, это позволит правительству Калмыкии уже планировать свое бюджетирование на будущий год. Во-вторых, может быть, ну, я не знаю, как участие в торгах и в конкурсах, но, по крайней мере, в рамках дозволенного закона объема финансовых средств можно это делать без учения, без образования, без проведения таких конкурсов и аукционов. Мы только за. К главе района есть вопрос? Или к Бату Сергеевичу? Вот, может быть, у ребят спортивных. Бату Сергеевич, вы знаете, наш известный земляк, член Совета Федерации, во-первых, наверное, потом уже, во-вторых, многократный чемпион мира, Европы, боец. А разрешите? Пожалуйста. Инспектор дежурный, капитан внутренней службы, Апаев Леонид Цивикович. Хотелось бы просто узнать, что для этого нужно, может быть, нам что-то, какие-то средства как-то собрать на какой-то счет или что-то. А вот сегодня уже скоро 1 сентября, там вот вторую школу у нас вот буквально неплохо было бы сделать тротуар туда, просто там проезжая часть, сейчас вот дети в школу пойдут, обратно же как раз вот... Где-то на краю Яшкуля делается эти тротуары, все аккуратно, все красиво. Вот, хотел бы сюда продолжить его, ну,
центр. Хотя бы по одной стороне, там, лекарства. Просто очень удобно. Понял, понял. Что для этого нужно? Вот ты мне ответит, может быть. Значит, ну, во-первых, вам собирать не надо. А во-вторых, сегодня не сразу Москва строилась. Такие тротуары мы пока во вторую, первую школу делали. Первую школу. Почему? Потому что там наиболее интенсивное движение автомобилей.